Привет, ребят! Этот ролик вкратце о развитии вашего аккаунта, что качать в первую очередь, откуда брать ресурсы. Бета-тесты, как туда вступить. В поиске пишите Art of War 3 Global Conflict, открываете игру. Так, заходите вниз. И вот тут будет такая надпись: примите участие в бета-тестировании. Нажимаете присоединиться, окей. И все, вы бета-тестер. Тем самым вы будете получать все новые обновления раньше обычных пользователей. Будете иметь доступ к новым фишкам. Итак, после того, как вы вступили в бета-тест, в поиске Play Market пишем Art of War 3. У вас высвечивается сразу вот эта вот иконочка. Нажимаете «Обновить». После того, как игра скачает необходимые ресурсы, можно заходить в игру. Так, и вот как мы видим, у меня почти скачалось. Так, ждем установку. Так, нажимаем открыть. Выбираем свою версию. Почему у меня две? Просто у меня телефон от Xiaomi, и можно делать клона. Тем самым у меня моих два аккаунта на телефоне. Так, заходим. Так, загрузка. И вот, ваша награда за обновление игры. 10 голды. Обычно за обновление игры дают по 300 голды. Поэтому это тоже неплохой способ заработка. Игра обновляется довольно-таки часто. Так, краткая рекомендация новичкам, что качать в первую очередь. Заходите в свою мастерскую, юниты. В первую очередь качайте стрелка. По возможности под ранг. Потому что стрелок — это основной юнит любой фракции. Он нужен в первую очередь для сбора контейнеров. А если ваш стрелок или пехотинец будет слабо качан, то он попросту может не добежать до ящика и не забрав его. Вторым юнитом является броненосец. Это основная ваша машина. Ранга так до 14 точно. Он стоит недорого. Имеет хороший урон по крепости, по молоту. И еще у него есть полезная функция. Это кладка мин, которые наносят колоссальный урон что пехоте, что наземным целям. Вернемся в здание. Важным зданием является штаб. В первую очередь убедитесь, что у вас прокачаны стартовые ресурсы. Они должны быть всегда максимум под ваш ранг. Вторым параметром в штабе — это резервный отдел снабжения. Его тоже по возможности прокачивайте. Касаемо строя двора. Строя двора обязательно прокачивайте время строительства и время ремонта здания. Механический автокран. Он сокращает постройку зданий и ремонт. Также будет полезно прокачать радиус строительства, что позволяет строить больше зданий вокруг одного строй двора. В электростанции качаем производство энергии. Вот эти два пункта. И важным еще зданием является центр снабжения. Автоматизированный склад ресурсов, то есть ваше производство ресурсов. Сейчас мой центр снабжения имеет 220 ресурсов. На 16 ранге у меня будет 230, когда я прокачаю. Также качайте логистику, что уменьшает вашу потерю производства ресурсов, так как последующий центр снабжения дает не 220 ресурсов, а на 20-25% меньше. Благодаря этой прокачке вы сокращаете эту разницу. В казарме качаете время тренировки пехоты, в заводе штурмовых машин тоже, в спецзаводе также подготовку, в авиазаводе также. И верфь то же самое. Касательно зданий. Оборонительные здания в первую очередь, за сопротивление вам нужно прокачать вышку. Дальше вам прокачивать установку ПВО. По поводу прокачки на конфедерации, что могу вам порекомендовать? В первую очередь обязательно качайте штурмовика. К нему можно добавить молота. Это очень хорошая связка, очень мощная и работает вплоть до 20 рангов спокойно. А на 15 вот вообще имба. Также есть связка тяжелый штурмовик плюс крепость. Минус этой связки в том, что
Она очень медленно добирается до вашей базы, и пока она доедет, можно настроить большую оборонку. В основном тяжелого штурмовика качают для скирмиша. Я вам советую использовать штурмовика и молота. Касаемо здания, все аналогично, как за сопротивление. Штаб качаете, строй двор, электростанцию, центр снабжения. Насчет оборонительных, в первую очередь качайте бункер. Так, касаемо откуда брать ресурсы. Ну, первый вариант, можно купить их в магазине. Какие баки я рекомендую для покупки? Бак стартовый. Плюс этого бака в том, что вы будете видеть карту перед боем. Также вы увеличиваете награду за винрейд. В сумме вы получите 4000 голды и 300 жетонов. Голду вы разменяете в зелень. Получите тем самым неплохо так зелени для прокачки для старта. Также интересный пак, пак продвинутый, который увеличивает вашу награду плюс 2000 каждый день навсегда за одну победу. И пак расчетливый позволяет вам совершать второе улучшение одновременно с первым, которое вам доступно. Так, еще один из вариантов заработка. Так, заходите в контракты, они находятся возле шестеренки здесь внизу. Так, контракты. Что такое контракт? Это серия заданий, которые предлагает игра игроку непосредственно, за выполнение которых игрок может получить награду в виде зелени. Жетоны можно даже получить, но во время новогодних праздников, это в основном. Дальше. Обязательно смотрите всю рекламу, которую предлагают вам посмотреть в магазине. Следующим пунктом я вам советую вступить в клан. В клане вы также можете открывать ящики, что увеличит ваш потенциал фарма и возможность прокачки у вас увеличится. Также после открытия любого из ящиков у вас будет возможность получить дополнительную награду за рекламу, ее тоже смотрите. И в поставках, которые ящики непосредственно игрока, также будут предлагать рекламу, их тоже смотрите. Также еще можно получать зелень в миссиях компании. Их всего 50 за обе фракции, по 50. Заходите в миссии, выбираете ту, которую вы еще не прошли, где не получили награду. И играете ее. Так, как открыть юнитов? Может, кто не знает. Заходите опять вот сюда. Нажимаете задание. И у вас будет здесь написано: выполните миссию такую-то. Выполняя ее, после выполнения миссии вам могут предложить такую надпись. Откройте завод штурмовых машин первого уровня. Вы нажимаете ОК. И дальше вас перекидывают в мастерскую. На этот завод, и тут будет внизу открыть. Вы нажимаете, и тем самым так вы будете открывать все здания и юниты. Что я рекомендую пройти в компании для начала? Ну, проходить миссии по заданиям. Порядка по 35 миссий за каждую фракцию, чтобы открыть все юниты и здания, кроме супероружия. Супероружие открывается на 13 ранге. Для этого вам нужно иметь пройденных 50 миссий кампании и 20 побед в турнирных боях. Также могу посоветовать вам создать себе рекрута. Находится он вот здесь, в рекруты. Рекруты — это партнерская ссылка, программа, доступна абсолютно всем игрокам. За привлечение игроков в игру вы будете получать награды. Так, вот примерно такие. За остальную лигу 50 голды, 5000 зелени, и соответственно с каждой лигой награды увеличиваются. Так, как делать рекрута? Заходите сюда пригласить, либо же копируете ссылку, либо же вставляете ее. Тут вот есть, выбираете социальную сеть, допустим, Viber, вы отправили Viber эту ссылку, заходите в тот Viber, по той же ссылке нажимаете на нее. Если вы с Украины, то рекомендую включить VPN, так как она без него не будет работать. Нажимаете на ссылку, вас перекидывает Play Market. Скачиваете игру с Play Market. Убедитесь, что у вас есть новый Google аккаунт, который ранее не был привязан к игре Art of War 3. После того, как вы скачали игру, заходите в нее, привязываете свой аккаунт в настройках. Здесь будет привязать, привязывайте его. По достижению рекрутом, то есть если вы будете сами себе делать вашего аккаунта 5 ранга, то на рекруте вы получите 7 дней премиума, что позволит вам быстро апнуть ранг, такой как 10 или 13. Тем самым вы просто можете включить в премиуме плюс 5 звезд, что не составит труда за 10-20 боев апнуть вам 10 ранг.
тем самым получить награду. Еще во время того, как вы будете себе делать рекрута, вы можете столкнуться с тем, что он попросту у вас не создастся. Вы якобы сделали все правильно, но он почему-то не создается. Все просто, потому что рекрут может быть один раз на один телефон. Для того, чтобы создать его еще раз, вам нужно будет сбрасывать настройки телефона. Это в идеале. Проще просто отправить эту ссылку вашему другу, взять его телефон на 5-10 минут, скачать это все, зайти, зарегистрироваться, авторизоваться и все. И потом уже на своем телефоне сделать клон арты, зайти на тот аккаунт, на клон с рекрута и все. Тем самым вы будете уже играть там как рекрут. Такой телефон, как у меня, это Xiaomi, и способ бесконечных рекрутов. Я лично этим способом создал себе еще одного рекрута, помимо того, который у меня уже есть. Заходите в безопасность, второе пространство, здесь создаете второе пространство. Но перед этим скопируйте ссылку с игры, создайте свой YouTube канал, возможно, он у вас уже есть, выложите любое видео и в описании поставьте эту ссылку. После того, как вы создали второе пространство, заходите в него. В YouTube в поиске пишите название своего канала, заходите на то видео в описании и качаете ту ссылку. И все. Напоследок хочу сказать, регулярно проходите TapJoy. Он находится в магазине, раздел кредиты. Это сторонний сервис, с которым вы можете зарабатывать валюту за прохождение игр, за выполнение определенных заданий. Хочу пройти вот эту вот игру, получить, точнее достигнуть замка 18 уровня. За это мне дадут 79 тысяч золотых кредитов. О том, получилось у меня достичь этого замка или нет за 27 дней, я вам расскажу позже. На этом все. С вами мы еще не прощаемся. Увидимся в следующих роликах. Они будут тоже довольно-таки интересные и познавательные, особенно новичкам. Вам спасибо за просмотр, ребята. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, пожелания, что вам хочется изменить в моем канале. По ссылке видео. Всем удачи, всем пока.